На днях в районном доме культуры Леонова в торжественной обстановке состоялось вручение дипломов лауреатам конкурса социальных проектов на премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В этом году участие в ней приняли 272 жителя Зарайска и Зарайского района. Это почти в два раза больше, чем в прошлом. Авторов социальных проектов победителей приветствовал временно исполняющий обязанности руководителя районной администрации Олег Сынков. Я не думаю, что только из-за денег. Это все делается, я думаю, что это делается от души в основном, поэтому в разных номинациях, разного возраста вышло, тоже очень приятно. И я уверен, что в следующем году у нас будут опять такие же, такое же мероприятие в нашем Подмосковье. И не меньше мы сделаем, да, тем более выиграем, я думаю, что еще больше, тем более, что настрой есть. Из 272 почти каждый восьмой социальный проект принес победу своему автору. Всего в Зарайском районе в этом году 33 победителя. Это проекты организации многодетных семей Зарайского района «Никольские колоски». Журналист спешит на помощь. Этот удивительный мир театра, сказки нашего двора, экологический десант, юный корреспондент. И еще многие проекты в номинациях «Гражданство», «Гражданская инициатива», «Культ просвет», «Мой город», «Зеленый регион» и других. В номинации «Наследники победы» с проектом «Посмотри в глаза солдату» награждается Шигарева Татьяна Николаевна. После награждения Олег Сынков заметил, жители Зарайского района очень инициативные и творческие. Когда ему в правительстве области вручали для них грамоты, он испытывал гордость за свой район. Все главы стоят, в общем-то, кто там присутствовал, и вручают. Она там говорит, ничего себе, Зарайский район. Вроде район небольшой, да? Да, тяжелый мешок. Я взял, положил, сзади стулья стоят. Я положил, значит, все, и стоим дальше. Еще, я говорю, соседи, там серебряный пруд, ничего себе, сколько у вас людей там. И потом раз плечо опять говорит, о, ничего себе, еще Зарайский район. И мешок. Мешок еще один вручает. Я говорю, как классно, думаю, ничего. И все такие, ничего себе, как там эти Одинцовские стоят, у которых там тысячи участников, но в принципе не так уж много победителей. Вот. А потом я взял его, смотрю, а это тот же мешок, который просто девушка, которая проходила, я никому не признался. Я думаю, классно, классно, нас отметили. Да, она просто взяла тоже, его Зарайский мне принесла плечо. В общем, я никому не сказал, честно. Да, конечно, у нас очень творчество. На этой веселой ноте торжественная часть была завершена. И авторов социальных проектов пригласили на фуршет, где они могли пообщаться в неформальной обстановке и посмотреть концертные номера. Рядом не могут люди всегда, быть вместе не могут люди, нельзя любви земной. Зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считай, считай сердца. Любим все время.